эфир, да. Здравствуйте, мы сейчас выехали из административного суда, где проходила апелляция по жалобе нашего брата Байкенова Замата. По отмене протокола он тут. Он обжалование подал по отмене протокола, а апелляция назначена на 27-е. Да. Еще не точно. Еще не точно сказали. Вот. И там, получается, он обжаловал сам протокол, так как протокол ему, там полностью ложь, так он пояснял в суде. Суд вынес отрицательный приговор, сказал, что состава нарушения этого сотрудника нету, что все сделано в рамках закона, хотя и все время спрашивали Азамат, где вы ничего не подтвердили, ничего не пояснили, жалобу не сказали, хотя он все это время говорил жалобы какие, то есть нарушения подмечал, какие были, но суд, как всегда, принял сторону этого сотрудника и сказал, что все было в рамках закона. Ну, в рамках какого закона? Азамат просил при составлении протокола, чтобы ему оказали юридическую помощь. Предоставлена не было. Да. Ну, получается, как там, дежурный. И вот это он хотел обжаловать, потому что ему не предоставили никакую защиту. Ну, еще впереди суды. Еще он на апелляцию подал суд. Ну, попозже чуть-чуть мы еще выйдем в эфир. Нам есть что сказать. До свидания. Спасибо еще раз. Случаем хочу сказать спасибо еще раз за поддержку. За все, что вы для нас делаете, для Азамата делаете. Азамат всем-всем передавал привет. Да все знают, что ты не виноват. Вот там инспектор, который был в суде, не знаю, сержант или кто он, отказали ему. Замату отказали в, короче, во всем пока.